Хаешки, ребятки, с вами Лекс, продолжаем играть Fit and Grow Fish. И мы сейчас находимся в меню выбора рыбы, и, как вы помните, это мир, третий мир, именно океан. И сейчас мы выбираем рыбу, которую мы с вами давно хотели выбрать. А это именно броурак, я не знаю, как действительно называется по-русски эта рыба. Но здесь она называется броурак. Ладно, ребят, у меня есть 3 попытки для того, чтобы сыграть офигенно и убить мегалодона. Я, в принципе, на 25% готов из 100. Так, что это у нас такое? Мурена какая-то? Эй, мурена. Эй, что? Я застрял. Так, давайте, я так понимаю, сразу... Я сразу могу есть этих рыб? Нет, не могу. Плохо, это плохо. Очень медленно у него атака. Но это я уже говорил в одной из прошлых серий, так что, ребята, не удивляйтесь. Это, кстати, тоже хищный. Это тоже... Вот мегалодон, ребят. Вот он, мегалодон. И я сейчас проиграю, скорее всего, ему. Да, я ему проиграю. Это 100%. Но здесь я ничего не могу поделать. Хотя... У меня есть шанс, ребят. Я его победил! Вы только посмотрите! Я его победил! Вы только вдумайтесь в это! Я даже не успел прокачаться! Я даже не успел еще прокачаться! А уже победил мегалодона! Такой фигни я точно не ожидал, ребят! Как это вообще вышло? Я просто мастер, я бог. Бог, рыбий бог, я не знаю, как его назвать. И меня сейчас какие-нибудь слабые рыбки убьют, я уверен. Как, в принципе, обычно и бывает. Жесть, я убил в самом начале мегалодона. Я думал, у меня даже с третьей попытки это не выйдет. Это что такое? Пипец. Да я просто мастер. Вон, видим акулу. Там 2 акулы. Так что мы их не видим. Валим. Там 3 акулы. Надо валить. С 3 акулами я не справлюсь, ребят. Каким бы я крутым не был, но я слишком, слишком слабый, потому что я не раскачан. Надо немножко раскачаться. Как только раскачаемся, я сразу пойду на акул. Там вот в это место хорошее. Здесь очень много крабов и очень много мальков. Вот это хорошее место, я считаю. Для того, чтобы немножко поесть и заработать голдишки. Ну, ребят, как это было классно. Сразу же мы убили мегалодона. Что-то очень много акул. Мне это не нравится, надо валить. Эй, это мегалодон. Да пошел ты в жопу. Ах ты чертов ублюдок. Это второй мегалодон уже на меня напал. Второй. У меня есть деньги еще, ребят. Давайте просто попробуем прокачаться, а потом посмотрим, насколько я силен я буду. Я потому что еще ни разу так не делал. Ну, смогу ли я прокачаться, потому что мегалодоны появляются, я так понимаю, прямо вместе со мной. То есть там, где я нахожусь я, там появляются мегалодоны. Может быть, не так, но очень близко. Смотрите, мои собратья. В принципе, там, где мои собратья, там я не должен проиграть. Потому что они мне помогают. Если на меня сейчас кто-то здесь нападет, то они мне будут помогать. Либо на них кто-то нападет, я, разумеется, им тоже помогу. Мегалодона-то одного я завалил. Почти один. Потому что тот мало ему урона внес, как я видел. Тот лишь получал урон, который умер. Такая же рыба, как и я. Вы видели. В общем, вы видели все, что я вам рассказываю. Что я вам рассказываю? Так. А теперь мы просто будем хавать. Как, в принципе, я и говорил. Сейчас наша цель — это вырасти до супер-мега-крутого, супер-мега-большого. С максимальным уровнем. Я что-то не просмотрел, сколько давало за один кусок мяса мегалодона левела. Вроде бы 500. А за этих по 50. Ну, в принципе, лучше этих есть, чем мегалодонов убивать. Потому что мегалодоны — это очень тяжелые чуваки.
Ну, в принципе, по 500 это где-то 2000, да? 2000 всего мне дали опыта за мегалодона. Неплохо, неплохо. То есть, альтернатива набору... Куда ты? Это краб его нес или мне показалось? Смотрите, сколько, какой косяк рыбы. Я не могу съесть эту рыбу, вы серьезно? Могу ее проживать с одного удара, но не могу съесть. Издевательство какое-то. Просто издевательство. Может быть, я хищных рыб вообще не могу есть? По сути, могу. Вроде бы должен. Они же довольно маленькие. Так. Там по-любому наверху где-нибудь есть у нас. О, крабик падает. Прямо мне в пасть. Да, вот, кстати, когда я играл, вторая серия, я играл за более мелкую рыбешку. Я пробовал съесть медузу, я не мог ее съесть. А сейчас без проблем, вообще без проблем. Очень просто сейчас набирать на самом деле это голды за вот таких вот огромных рыбешек. Потому что очень легко мы убиваем всех. Вот, ребята, вот что такое кораллы. Вот кораллы. Если вот... Мне просто писали в комментариях, как выглядит... Ну, то, что я спрашивал, что это за розовые шарики, которые я видел на протяжении всех серий. Сейчас я вам их, кстати, покажу, если увижу. То есть, вот морские звезды фиолетовые лежат. Сейчас я их съем. А есть здесь еще морские ежи. Морские ежи фиолетовые такие шарики. Да, я сам бы не догадался, на самом деле, что это морской еж. Если бы не прочитал это. В принципе, я когда-то знал, что это морской еж, но почему-то у меня из памяти это вылетело. Что-то я их не вижу вообще. А, вот, вот видите, этот розовый шарик. Это и есть морской еж. Такие дела, ребят. Пищи для ума даже в играх можно найти. Говорят, что вот в играх мы не тупеем, тупеем. Да нифига. Нифига подобного. Что это такое? Какая-то фигня. На самом деле, как, смотря как относиться к играм. Ну, мы левел апнули. Отлично. Смотря как относиться к играм, так... Так и будем мы либо тупеть, либо умнеть. Так, вот эту щуку мы захаваем. О, вкуснейшая щука. Вы когда-нибудь ели щуку? Или уху из щуки? Я лично нет, потому что я не люблю рыбу. Я, может быть, как, как-то называется, индивидуум. Потому что многие любят рыбу, а вот я нет. А вот я не люблю рыбу. Хоть и живу в месте, где все едят рыбу. Что? Почему вот эту рыбу я не могу захавать? Приходится мне ее перемалывать. Так. Пока что мы не видим противников, и это хорошо. Пока что хорошо. Потому что потом мы их пойдем искать. Искать и уничтожать. Зебры мы не можем есть? Да, мы не можем есть почему-то. Странная фигня. Надо гнать их, фиг догонишь, блин, этих зебр. Я за ними гнался за самые... Когда играл за самую слабую рыбку. Это, блин, фиг... Фиг этого добьешься. Опа. Отлично. Видите, здесь чем больше рыба, тем за нее опыта больше дают. Ну, в принципе, это примитивно. Так всем понятно. Вот эту рыбу я, интересно, могу съесть? По сути, должен есть. По сути, я должен ее есть. Потому что это одна из первых. Но нет. А, нет, могу. Могу. Но они мне не дают себя съесть. И сбросить. Сбросить я их тоже фиг сброшу. Да все, ты уже не уйдешь. Вы уже от меня не уйдете. Ага. Во, все, могу есть, отлично. Просто надо прям вплотную к ним подойти. К
козел какой, иди сюда, сказал. Убил зебру, будешь иметь дело со мной. Давай, ну же, как это быстро. Я устал. Пошли в жопу от меня. Я устал с вами ездить, плавать, точнее. Фух, ладно. Фух, я аж потел. Что это у нас тут? Мертвые мои собратья. Еще акулы. Воу, ты меня не пугай так. Ты был похож на мегалодона, который прямо под нами сейчас находится. Вон, видите его? Я вижу. А что, я не могу разжевать его? Походу нет. Своего собрата я не могу разжевать. Надо ждать, пока кто-то его разжует. После этого я его смогу захавать. Мегалодон козел, смотрите какой, да? Охотится на всех рыб. Ему 2-3 щелчка своей челюстью, и он убивает любую рыбешку. Ну, кроме меня, конечно. Я здесь немножко помощнее буду. Просто сколько здесь мяса. После одного укуса. Пошли в задницу. Насажу вас. В принципе, я в любом случае вас сажу. Так, так. Мне показалось. Это моя тень, видимо, падала. Вон, до сих пор плавает мой сородич. Мегалодон, вон он. Верно я говорю? Да. Мы с вами сейчас... Фух, напугала. Это маленькая рыбка меня напугала, зебра. Сейчас мы с вами прокачаемся.
Раз, два. А, у меня убьет, к сожалению, да. Он меня не убил, серьезно. У меня две ячейки осталось, ребят. У нас, у него 84 атака, у нас 83. То есть это при нашем нынешнем уровне. Я не знаю, у нас будет повышаться уровень или нет. Вроде бы нет. Хотя нет, вот, сейчас повысился, все отлично. Так. То есть сейчас у нас атака должна быть больше, чем у него. Больше, чем у Мегалодона, вы представляете? Ох, пипец, еще один. Еще один. Сколько у вас? Не, я с этим я сражаться не буду, ребят. Давайте я сейчас проверю, сколько у меня атака. Ну, не на Мегалодоне, а вот на какой-нибудь селедке. Что там такое было? 89, ребят. 89 атака у меня. 89 единиц. И сколько у меня хп, это, наверное, вообще пипец. Ну, вы видите сейчас мои хп. Сколько у меня должно быть и сколько у меня в данный момент. Это вообще пипец. Я уже и этих могу рыб есть, а вот этих могу? Нет, вот этих не могу. Эй, ты чё, офигел? Брат, ты чё? Брат, братишка. Пипец. Ну вот, ребята, в принципе, и все. Я не ожидал то, что я настолько сильно раскачаюсь. Все, последний заход на Мегалодона, я заканчиваю, ребят, на этом. Если вам понравилось, я не знаю, я, может быть, поузнаю что-нибудь про эту игру, может быть, найду какие-нибудь еще моды, еще что-нибудь, какие-нибудь информацию еще. В общем, все самое интересное понахожу. У меня половина хп, я с ним не справлюсь, как я думаю, с таким количеством хп. Хотя, если я зайду к нему со спины, и он меня не заметит, то я с ним справлюсь. Но он меня заметит. Очень проблема. Вот сейчас хороший шанс. Хороший вариант. Напасть. 84 против 94. У меня 94, у него 84 атака. Я его уничтожил. Все, ребят. Я на этом заканчиваю. С вами был Лекс, ребят. И я просто убийца мегалодонов. Сейчас я сожру вот это мясо. И это будет доказательство того, что я царь этого океана. Царь и бог этого океана. Просто, ребят, это просто жесть. Это просто жесть. Я не думал, что это так круто. С вами был Лекс. Всем доброго.